Дорогие друзья, добро пожаловать! Мы записываем наше видео на YouTube, и это будет наше первое, самое такое долгожданное видео про королевство Бахрейн. Сейчас нам расскажет наша замечательная DMC-компания Visit Bahrain. Это Анастасия Мильченко и гид Богдан Ливанков. Правильно, Богдан? Да, все Да. верно, все Все. верно, да. Я предоставляю вам слово. Я здесь, если что, просто зовите меня, и я вам помогу. И вернусь к вам после презентации с вопросами от наших дорогих коллег-агентов. Отлично. Коллеги, добрый день. Еще раз, меня зовут Анастасия, я являюсь представителем DMC-компании Visit Bahrain. И сегодня предлагаю вам отправиться в такое путешествие по этому прекрасному королевству. Вообще, это у нас круглогодичное направление, да, с чистыми пляжами, интересными экскурсионными программами и возможностями для шопинга и гастрономического туризма. Вообще здесь море круглое, теплый год, а жители Бахрейна приветливы туристам, и нужно отметить, что уровень безопасности один из самых высоких в мире. Говоря о географическом положении, вы можете видеть Бахрейн представлен на карте у вас на слайде, да, то есть королевство Бахрейн расположено в Персидском заливе между восточным побережьем Саудовской Аравии и Катарским полуостровом. Вообще Бахрейн — это три больших и 30 скромных естественных островов, общая площадь которых меньше, чем наша с вами Москва. И кроме того, государство включает в себя свыше 50 искусственных островов. Вообще, страна занимает в Азии третье место с конца, то есть меньше только Мальдивы и Сингапур. И нужно сказать, что часовой пояс у нас совпадает с московским. Говоря про международный аэропорт Бахрейна, он расположен не в столице Манаме, а на северо-западе страны, на втором по величине острове Мухарак. В Бахрейне вообще красивый современный аэропорт с десятками магазинов и кафе, с бесплатным Wi-Fi. И также важно сказать, что Wi-Fi вообще у нас бесплатный, есть везде, во всех торговых центрах, во всех отелях, и в наших даже собственных автобусах, которые принадлежат нашей компании, там тоже всегда бесплатный Wi-Fi. Государство, секундочку. Вообще государство правит король, но законодательство сочетает в себе светские принципы с нормами шариата. И правовая система Бахрейна носит смешанный характер, да, согласно Конституции 1973 года. Шариат является у нас главным фундаментальным источником законодательства. Однако после получения страной независимости был создан специальный законодательный комитет для модернизации правовой системы страны, в результате чего Бахрейн принял значительное количество современных законодательных актов в разных областях, основанных преимущественно на европейских правовых образцах. И на сегодняшний день, да, как я уже сказала, государством правит король, но у нас сочетаются, все это сочетается с принципами, со светскими принципами, то есть все достаточно демократично, да, это не Саудовская Аравия, здесь скорее как в Дубае, можно ходить и в коротких юбках, да, единственное, священный для мусульман месяц Рамадан, туристов и экспатов просят одеваться поскромнее. Что касается населения, на 2021 год насчитывалось около 1,5 миллиона человек, и больше половины населения — это экспаты, часть из которых — это индусы, и часть из которых — это европейцы. Есть даже район в Бахрейне, который называется Little India, то есть такая маленькая страна в стране, где своя местная индусская культура, кухня, да, свои магазины. И если мы говорим про европейцев, то в Бахрейне большое количество именно европейских таких модных ресторанов, которые открыли экспаты с итальянской, греческой, французской кухнями, где, конечно, подают и алкоголь. Климат в стране у нас сухой, тропический. На больших островах в прибрежной зоне со дна моря бьют подземные ключи пресной воды. И на территории Бахрейна преобладают пустыни. Но важно отметить, что пустыни здесь такие немножко каменистые, то есть не как в Саудовской Аравии соседней, где песочек мягкий, а такой небольшой, вот, небольшая галька. И из-за этого на всех пляжах Бахрейна песок привозной из Саудовской Аравии. Вот. В принципе, здесь пляжный отдых доступен в течение всего года, то есть можно приезжать и зимой, и летом. По температуре летом будет даже попрохладнее, чем в Дубае, на там 5-7 градусов. Вот. Важно отметить, что
Бахрейн у нас граничит, да, как я уже ранее говорила, с Саудовской Аравией, и он соединен мостом. 25-километровая граница между странами проходит ровно посередине, на 12,5 километрах. И нужно сказать, что наша компания DMC, принимающая, также делает комбо-туры Бахрейн плюс Саудовская Аравия на 1-3 дня. То есть мы на своем собственном транспорте со своими гидами выезжаем вместе, пересекаем границу, потом возвращаемся обратно. Вот. Говоря про национальную валюту, у нас бахрейнский динар. Один бахрейнский динар стоит 2,65 доллара, и это официальный курс, который поддерживается искусственно и не меняется много лет. То есть во всех банках и обменниках принимают доллары именно по этому курсу, кроме аэропорта. Приехать вообще, с какой валютой мы едем в Бахрейн, да, то есть рекомендуем брать с собой евро или доллары, можно еще взять турецкую лиру, обменять рубли у нас будет проблематично. Что касается карт, наши работают карты Visa, MasterCard, которые международные наши не работают, работают белорусские международные карты. И были случаи, когда проходил Union Pay, но лучше не рисковать, да, и брать с собой валюту. Что касается визы, российские туристы могут получить визу по прибытии в аэропорт. Такой вариант визы дается на до 14 дней, стоит 5 бахрейнских динар. И второй вариант, можно оформить визу заранее онлайн, будет стоить это 66 долларов, и такой вариант дается на срок до 90 дней. То есть если мы получаем визу по прилету, то мы прилетаем, сразу там будет стоять обменник, меняем именно только на визу, да, 5 динар, и идем в самую правую кабинку, потому что очень-очень много будет пограничных, контроля, да, пограничного, но только в самой правой принимают наличку. Вот, это имейте в виду. Выходные дни в Бахрейне у нас это не суббота и воскресенье, а пятница и суббота, а до 2006 года выходными были четверг и пятница. До 1971 года Бахрейн находился под официальным протекторатом английской короны. Отражение западной культуры здесь видно даже в мелочах, да, то есть бары напоминают у нас пабы Ирландии, а по городу ездят копии лондонских такси. В домах это же номеруется по британской традиции, то есть со второго. И в Бахрейне даже можно купить алкогольные напитки, что недопустимо в прочих арабских городах, то есть они продаются в специальных магазинах. В Бахрейне два больших алкогольных магазина, и где, конечно же, любая видеосъемка запрещена. Вот, также алкоголь подается в ресторанах, вот, и только в религиозные праздники у нас выпивка находится под запретом. Говоря про нормы поведения, да, то есть религия, конечно же, налагает свой отпечаток на культуру и этикет местных жителей, то есть традиционно левая рука считается нечистой, поскольку ее используют для омовений, брать пищу и деньги, пожимать руку можно только правой рукой. При входе в мечеть и жилье необходимо снять обувь, да, и без разрешения фотографировать местных жителей не стоит, и также запрещается съемка в большинстве мечетей. Далее передам слово своему коллеге из Бахрейна Богдану. Он вам будет рассказывать дальше. Богдан, здесь. Да, еще раз всем добрый день. Хотел бы рассказать про период Рамадана. Это священный месяц для мусульман, так как большинство населения исповедует ислам. Конечно, есть некие ограничения. Но опять же, так как Бахрейн одна из таких светских государств Арабского залива, его не называют здесь его персидским, в общем, арабским. Так вот, поэтому здесь достаточно комфортно даже проводить свой отдых. То есть он в этом году начинался с 10-11 марта по примерно 10-11 апреля. В принципе, как вы видите, примерно на слайде. Вот, в этот период времени, конечно, на улицах запрещается испивать любые напитки и в дневное время суток и, соответственно, принимать любую пищу. Но это не касается территории отеля, то есть на территории отеля все возможно, разве что рестораны переносятся, допустим, на какую-то закрытую часть, чтобы не видно было туристам. Вот. Ну, в общем, проблем в целом никаких нет. И одна из фишек, скажем так, Бахрейна тем, что в каждом отеле устраивают ифтар. Ифтар – это первый прием пищи в исламе после заката солнца. Поэтому каждый отель, он, скажем так, пытается соревноваться по отношению друг к другу, у кого краше ифтар, у кого больше, собственно, столы.
В общем, и чтобы почувствовать эту арабскую жизнь, в принципе, я бы, конечно, порекомендовал даже, наверное, в Рамадан прилетать в Бахрейн, чтобы вот эту вот, арабскую сказку почувствовать. Вот. Могу я попросить следующий слайд, да? Вот, хотел бы тут рассказать также про Формулу-1. Не знаю, есть ли среди вас фанаты Формулы-1 в России, в целом достаточно активно увлекаются автоспортом. И те, кто увлекается автоспортом, Бахрейн – страна, в принципе, давно известная, так как здесь с 2004 года проводится Гран-при Формулы-1. Трасса очень интересная для зрелищности, скажем так. Широкие повороты, длинные прямые есть, и в том числе и крутые повороты. Вот. И в последнее время трасса Бахрейна, Гран-при Бахрейна принимает, скажем так, первую гонку сезона, поэтому очень большой зрительский интерес. Всем, конечно, активно рекомендую, учитывая, что на трассе есть и множество разных активностей вне Формулы-1, то есть есть там и трасса для картинга, трасса специально по бездорожью, есть туры по самой трассе, там вот, на левом, вот на этом слайде, в левом верхнем углу есть такая вот королевская трибуна, куда доступ разрешается только лишь королевской семье во время Формулы-1. Вот, и с нее вид, конечно, шикарный, прямо на всю трассу. Вот, есть также активности по поездке на болиде в качестве пассажира или в качестве, собственно, водителя. Вот, то есть активности очень-очень много, но всем без исключения всегда рекомендую картинг, потому что у нас, как правило, когда говорят картинг, это представляют где-то там в торговом центре, скажем так, такая небольшая трасса, то тут, в принципе, широкая большая трасса, которая повторяет полностью маршрут основной трассы, только на 1,5 километра по дистанции круга, скажем так. Вот, и, скажем так, любой пилот Формулы-1 начинает свою карьеру именно с картинга и почувствует себя в роли начинающего гонщика. Это, конечно, интересно. Плюс там очень интересный интерактив, связанный с тем, что гонщики там регистрируются, ну, как любительские гонщики регистрируются, все результаты приходят на почту, можно поставить камеру GoPro, достаточно небольшую сумму денег, там, условно говоря, 1,5 динара. 1,5 динара – это примерно, ну, рублей 300-400, что, в принципе, не такая большая стоимость. Вот, и записать весь заезд. В общем, скажем так, Формула-1 – это синоним Бахрейна, так как здесь все, ну, в целом, арабы очень любят быструю езду, вот, а тут это все легально, тут проводятся и периодически такие неформальные гонки, они называются как драг-рейсинг, дрифт-рейсинг, который можно, конечно, посетить в течение всего года. Вот. Так, ну, тут, в принципе, касаемо карты Бахрейна, здесь вы можете увидеть на правой стороне как раз-таки карту Бахрейна и население, как Анастасия сказала, то, что составляет 1,5 миллиона человек, и все оно находится там на севере Бахрейна, то есть вот вы можете увидеть, где такая национальная одежда расположена. Вот, то есть это город Мухарак и город, собственно, Манама. Множество разных здесь активностей, включая там Форт Калат Аль-Бахрейн, собственно, национальный музей, где вы можете вот, увидеть на карте также. Вот, но в южной части острова, она в основном действительно пустыня, каменистая пустыня, и там же располагается одно из самых интересных достопримечательностей – это дерево жизни. То есть это дерево, которое, скажем, по легенде считается садов Эдема, там, где зародилось человечество, где гуляли, скажем так, Адам и Ева. Вот. И ученые, скажем так, доказали на самом деле, сколько дереву лет, порядка 300-400, но не доказали, за счет чего дерево до сих пор прорастает. Есть одна из теорий, что дерево питается нефтью, так как в южной части острова как раз-таки добывается нефть. Вот. Касаемо таких исторических мест, Бахрейн интересен, опять же, тем, что помимо всяких развлекательных учреждений типа Формулы-1, есть еще и история. То есть история насчитывает порядка 4000 лет. Также в Бахрейне находятся три объекта наследия ЮНЕСКО. Вот вы можете увидеть, что это «Жемчужный путь», «Форт Калат Аль-Бахрейн». И ну, еще и здесь третье – это могильные курганы, то есть древняя цивилизация Дельмун, которая жила как раз-таки порядка 4000 лет назад. Вот. Это три таких объекта наследия ЮНЕСКО. Здесь вот на слайдах вы можете увидеть фотографии Национального музея. Рядышком располагается здание Национального театра. Мы, когда с туристами посещаем, соответственно, музей, также проходим мимо этой фотолокации этого театра. Кстати, интересно то, что Бахрейн не имеет своей театральной национальной труппы, поэтому сюда приезжают в основном как на гастроли.
И одно из главных таких событий – это приезд русского балета в Мариинский театр. Я как из Санкт-Петербурга, мне особенно это приятно. Вот, то есть примерно в феврале-марте проводятся выступления, и в районе Нового года уже билеты прям, скажем так, распроданы. Вот, вы тут на этой стадии можете увидеть фотографии старого города, города Мухарак. Вообще, Жемчужный путь такой интересный объект. Он, как я сказал, что входит в наследие ЮНЕСКО. То есть Бахрейн славится своим жемчугом. То есть в конце 19-20 века это город Мухарак был столицей жемчужного бизнеса в этом заливе, Персидско-Арабском заливе. Вот. И, собственно, в городе Мухарак располагается жемчужная тропа, которая составляет 3,5 километра, вдоль которой жили известные деятели этого жемчужного бизнеса, например, там дом торговца, дом там, ловца жемчуга, дом капитана флота. Вот. И в каждый дом можно зайти, посмотреть вот это вот с точки зрения истории, восторгаться также визуальной составляющей, потому что, можно сказать, когда гуляешь по этой тропе, ты оказываешься как раз-таки в этом периоде, конец 19-го, начало 20 века, где подсвечиваются такие вот детали арабской архитектуры, например, вот эти резные двери, узкие улочки. В любое время дня и ночи можно гулять, собственно, как и днем. Днем сейчас жарковато, но в вечернее время все очень выглядит, конечно, красиво. То есть идеальная локация для фотографий. Так, здесь располагается базар Баб-аль-Бахрейн. С арабского переводится «баб» — это дверь, «аль» — это как бы предлог для, и, собственно, «бахрейн», то есть дверь «бахрейн». То есть вот эта вот арка, которую вы видите слева наверху на слайде, это как раз-таки и есть дверь, которая ведет в Бахрейн, то есть на главный рынок Бахрейна. То есть раньше торговые суда, когда приплывали в Бахрейн, они весь товар поступал через эту арку как раз-таки на рынок. Рынок здесь максимально комфортный. Если мы говорим про арабский рынок, да, мы представляем арабский рынок, мы представляем, что там можно торговаться. Это, безусловно, так. Там нету таких приставал, которые там могут постоянно там за руку взять или что-либо еще, например, как в Египте или в том же Стамбуле. Вот, то есть максимально все комфортно, торговаться можно, в принципе, купить можно, начиная там магнитиков, с тарелочек, футболочек, заканчивая там специями, национальными арабскими сладостями, парфюмом, безусловно, ну и разными такими светильничками в арабском стиле. Иранские, сирийские ковры. В общем, выбор там действительно очень большой. За сувенирами, как правило, всегда туда. Вот, также здесь вы можете увидеть мечеть, главную мечеть Бахрейна, Аль-Фатих Моск, ну, то есть мечеть Аль-Фатиха. Вот, главная, скажем так, особенность этой мечети является то, что купол, который вы можете увидеть наверху, он стоит полностью из волокна, весит порядка 60 тонн и диаметром 25 метров. Соответственно, мы там с туристами заходим в мечеть, там дают, соответственно, одежду национальную арабскую. Для мужчин это кандура, для девушек это абая, соответственно, с хиджабом, платком. То есть все как полагается. Там, кстати, интересно, что можно фотографироваться внутри. Единственное ограничение – не фотографировать других людей. Ну, в принципе, арабы очень, скажем так, трепетно относятся к своей приватности. Ну, и в целом это нормальная часть этикета в любой точке мира. Вот, вы также можете видеть тут и дерево жизни, которое находится в южной части острова. Это акация, которая принадлежит к семейству мимозных. Собственно, одно из главных ремесел Бахрейна – это керамика в районе Аали, где делают из глины практически все, что угодно. Начиная с… Могут и верблюда сделать полностью, ну, натурального размера из глины, вот, заканчивая, опять же, тарелочками, кружечками, ну и так далее. То есть все это ручная работа, и цены достаточно демократичные. Вот я вчера там был и купил вот кружку, например, за 2 динара. В целом 500 рублей для ручной работы, я считаю, что вполне себе. Вот. Также первничная скважина, то есть именно в Бахрейне нашли нефть впервые в заливе. То есть то, что мы знаем, то, что там Абу-Даби, Эмираты, такая дорогая жизнь благодаря нефти, все началось именно в Бахрейне. В 1931 году, когда британская компания British Petroleum нашла нефть, и в 1932 году начали уже они, соответственно, добывать. Вот уже, соответственно, потом там в Арабских Эмиратах, и в Кувейте, и в Саудовской Аравии они начали добывать, но именно впервые в Бахрейне. И мы с туристами примерно именно первую нефтяную скважину делаем фотографии, как будто вот мы там сотрудники British Petroleum, которые находим нефть. Вот.
Интересная позиция. Так, также, так как моя коллега Анастасия сказала, то, что в Бахрейне очень много пресной воды, очень много пресных источников, соответственно, источники, которые выходят на поверхность земли, они образуют вокруг себя, скажем так, оазис с пальмовыми рощами. И один из таких, вот это парк дикой природы Алярин, заповедник, где такая зеленая зона. Очень много арабов любят приезжать в этот заповедник, устраивать пикник. Вот, собственно, мы так и с туристами делаем. Там очень много разных птиц, например, как фламинго, пеликаны, африканский журавль, там уточки бегают, в общем, это прям выглядит мило, то есть они гуляют свободно по всей территории заповедника. Пеликан, который, когда ты, например, там трапезничаешь, подходит к тебе ростом там 1,5 метра вот с таким вот клювом, конечно, вызывает эмоции. Вот, также верблюды. Тут есть две верблюжьи королевские фермы. Раньше верблюдов в Бахрейне никогда не было, так как это остров, и верблюды были в основном только на Аравийском полуострове, вот, но сюда их завезли в качестве, ну, в качестве королевских ферм, то есть их выращивают для скачек в основном, то есть здесь не принято есть там верблюжье мясо или же, например, верблюжье молоко, как это в Саудской Аравии или в тех же Арабских Эмиратах, то есть тут это все более бережно к верблюдам относятся. В общем, всегда приятно даже приехать, посмотреть там на малышей маленьких. В общем, выглядят они классно. Так, и также есть аквапарк. Аквапарк в целом компактный. Есть экстремальные горки, есть и детские горки, есть эта искусственная волна. В принципе, аквапарк всегда приятно, особенно в такую жару. Рыбалка, парк аттракционов, дайвинг и путешествия там, на лодках в мангровые заросли. Все тут это присутствует. То есть очень много разных активностей, действительно. Так, да, вот с левой стороны находится на слайде гравитационная труба. Кстати, она считается одной из самых больших в мире. Она высотой 12 метров. Карте, которую я уже упоминал. Ну и, соответственно, очень много конных клубов. Так как в арабском мире вообще лошадь, конь – это предмет, скажем так, престижа. Вот, и арабские скакуны, они, конечно, известны на весь мир, это своего рода такой бренд. Вот, и тут есть прогулки на арабских как раз-таки скакунах. Так, что касается пляжей. В целом Бахрейн – такое островное государство в заливе, поэтому вокруг, естественно, пляжи. Но тут пляжи, они, как правило, такие закрытые, где требуется определенная сумма, чтобы зайти туда. Вот, стоит примерно там, от 2 до 5 динар. Сумма небольшая, но, как правило, даются ваучеры. Ваучеры эти можно потратить в том же самом баре, который расположен на территории пляжного клуба. Вот, и, то есть без лишних, скажем так, людей. Так как вообще наши все-таки, скажем так, открытые купальники для большинство арабского населения, конечно, вызывает большое внимание, то на таких вот пляжах в целом никогда проблем нету, потому что они то не заходят, скажем так. Потому что есть такие общественные пляжи, куда можно прийти, также позагорать, но все-таки лишнее внимание со стороны там, мужского населения, конечно, оно будет, наверное, неприятно. Большой выбор очень пляжей, в принципе, есть большие, широкие пляжи, есть такие, скажем так, такой небольшой гаванью, как вы можете наблюдать. То есть выбор действительно большой. Вот. Так. Так, хотел бы тоже рассказать такой исчезающий остров Джарада. Он интересен тем, то, что он, скажем так, исчезает благодаря приливам и отливам, то есть отливы тут между минимальной и максимальной точкой примерно 1,5 метра. Соответственно, у нас есть такие экскурсии, куда мы приезжаем на лодке, ставим зонтик, ставим стулья, столы и, соответственно, готовим какое-либо мясо. Вот. Купаемся вокруг, загораем. То есть очень много и арабского населения любит сюда приезжать, и много очень европейцев. То есть я не люблю такое сравнение, но можно сказать, что это такие арабские Мальдивы. Вот картинка, конечно, впечатляющая. В принципе, когда то, что вы видите на слайде, так оно и вживую. Вот. Что касается шопинга. Тут очень большой выбор торговых центров. Но не все торговые центры, конечно, нам интересны, как европейцы. Но при этом и для европейцев также много торговых центров. Например, вот Avenue Mall с левой стороны на фотографии вы можете увидеть наверху. Такой интересный торговый центр, его сейчас увеличивают длину, он одноэтажный.
и вдоль него находится набережная с видом на Бахрейн-Бей. Бахрейн-Бей – это как раз-таки такой современный район на исчезающих островах, и вот вы можете увидеть здание отеля Four Seasons такой необычной формы, как раз-таки набережная выходит с видом на него. Вот, Мода Молл Бахрейн, ну, Всемирный торговый центр, это вот такое самое необычное здание Бахрейна в виде парусов, между которыми находятся три ветрогенератора. Вот. То есть благодаря этим ветрогенераторам считается то, что 15% электроэнергии, потребляемой этого здания, возвращается обратно, обратно в здание. Вот, там находится такой магазин премиум-класса, магазины премиум-класса, там Gucci, Louis Vuitton, Cartier там и так далее. Вот, да. Ну, в общем, я с этим закончил. Так, Marassi Gallery. Marassi Galleria. Это достаточно новый торговый центр. Он открылся 29 февраля. Застройщик на этом острове, где находится торговый центр, он из Эмират. Это Эмар. Вот, выглядит все очень современно. Считается, что это самый большой уже торговый центр Бахрейна. То есть тут выбор прям огромнейший. То есть все бренды, которые мы в целом знаем и пользуемся, все там, это можно идти. Часто бывают скидки в честь абсолютно выдуманного какого-то праздника, условно говоря, там и в честь Хэллоуина, и в честь Рождества, в честь Нового года, праздники по началу Рамадана, по окончанию Рамадана, соответственно, разного рода распродажи. Поэтому цены, в принципе, достаточно комфортные, несмотря на то, что бахрейнский динар одна из самых дорогих действительно валют в мире на втором месте. Вот. Так, ну, касаемо ночной жизни, здесь очень все интересно, страна светская. Тут я, наверное, передам рупорт моей коллеге Анастасии. Она, наверное, подробнее расскажет про нашу ночную жизнь в Бахрейне. Спасибо большое, Богдан. Коллеги, на слайде представлены мои фотографии. Вы видите справа фотографии саудитов, где лица не видны, да, и, на мой взгляд, Blocks 338 — это такое очень интересное место, то есть где в ночь с четверга на пятницу, с пятницы на субботу как раз можно увидеть вот и поучаствовать в таких тусовках, куда съезжаются из Саудита, из соседней, да, Саудовской Аравии, то есть и алкоголь здесь льется просто рекой, вот, поэтому я считаю, что это вот место прямо такое интересное, потому что нигде в мире вы не увидите больше, как развлекаются условно саудиты, и у вас есть еще такая возможность поучаствовать и посмотреть. А любая фото-видеосъемка, куда попадают лица, строго-настрого запрещена, потому что не дай бог какой-нибудь, да, саудит попадет, что он вот ведет такой образ жизни. Вот, поэтому у меня было больше фотографий, но ко мне подошел охранник, попросил это вежливо удалить, и вот единственная фотография, которая справа представлена, то, что у меня получилось заснять для вас, вот. Все ночные клубы у нас работают до 2 часов ночи. Далее я не буду подробно останавливаться на отелях, потому что у нас подключатся мои коллеги, да, прямиком из Бахрейна и расскажут вам. Я сейчас сделаю небольшой обзор еще раз про нашу принимающую компанию. То есть мы ведут принимающую компанию в Бахрейне, да, предоставляем полный спектр услуг, начиная от визовой поддержки, экскурсии, да, все виды активного отдыха, мероприятия, хала-хала, премиум трансфер, отели для MICE и индивидуального заказа. Кроме того, у нас свой собственный современный автопарк. На слайде вы видите часть автобуса. Да, то есть это вот такие вот у нас автобусы в фирменном дизайне, есть как и небольшие, так и большие у нас закуплены. Кроме того, у нас свой автопарк, в том числе люкс-сегмента, Mercedes-Benz, Toyota, Bentley. А все экскурсии мы делаем на своих автобусах, либо на своих автомобилях, да. Автобусах, как я уже говорила ранее, у нас есть Wi-Fi. Кроме того, в компании у нас свои русскоязычные гиды, и нужно сказать, что мы их не нанимаем на экскурсию, да, как делают это другие принимающие компании, а они у нас в штате находятся постоянно. И вот Богдан как раз один из наших гидов. А, кроме того, у нас свой пляжный клуб «Салимар» и свой отель «Грув», а также свой ресторан. И сейчас я хочу более еще подробно рассказать про наш отель. Дайте мне секундочку, я запущу другую презентацию. Анастасия, вам надо, да, сначала выключить эту и включить. Ага.
Так, выявимся. Нет, мы пока не видим. Вам нужно. Вы поделились сейчас экраном, где открыт сам файлообменник, где Бахрейн основное 30.05. Вот мы видим. А вам нужно теперь из этой демонстрации тоже выйти и открыть демонстрацию, где открыта сама презентация уже. Так, а она у меня просто закрыта. Сейчас я ее должна открыть, видимо. Да, ее нужно сначала открыть, уже открытую, делиться экраном, где уже она открыта. Вот она у вас сейчас откроется в другом окошке, и вам нужно здесь тоже выключить сейчас демонстрацию и заново поделиться, открыть вот то, что есть. Именно саму презентацию, вот выбрать экранчик с самой презентацией, да. Теперь видно? Да. Отлично. Да, так как я сказала, что у нас в собственности свой отель Groove, я немножечко поподробнее хочу сделать на нем акцент, да? То есть это у нас пятерка. Сейчас что-то мне не представится. Расположен на островах Амбадж, да, то есть всего лишь в 15 минутах езды от международного аэропорта Бахрейна и 20 минутах езды от центра Бахрейна. То есть это такое место, которое сочетает в себе арабское гостеприимство в современном исполнении и принцип home away from home, то есть многонациональный персонал обучен таким образом, чтобы вы чувствовали себя как дома. Гарантирован максимальный комфорт и спокойствие. То есть преданная своему делу команда сотрудников работает круглосуточно и продумывает каждую деталь, чтобы обеспечить индивидуальный подход, который точно произойдет все ожидания гостей. Наш отель – прекрасное место для комфортного пребывания, в том числе Грув подходит для семейного отдыха. В отеле насчитывается 200... Прощение. В отеле насчитывается 202 номера роскошных и люкса площадью от 42 квадратных метров до 180 квадратных метров с видом на море и лагуну. На слайде вы видите, что у нас по делениям идет так, что 36 номеров делюкс, 84 номера премиум, 20 полулюксов, 30 роскошных люксов, один президентский номер и один королевский люкс. И, наверное, самое главное, о чем нужно сказать, что в нашем отеле действует такое непрекословное условие, то есть если гости бронируют у нас Deluxe Room, это самая минимальная категория, да, у нас есть Deluxe с видом на город и Deluxe с видом на море. И мы всегда русских гостей селим с видом на море и стараемся апгрейдить на категорию премиум Sea View с балкона. Либо Deluxe Sea View с балконом, в зависимости от того, что есть в наличии. Либо когда три человека, то по возможности апгрейдим на Junior Suite. То есть вот такое у нас есть правило, условие, именно которое распространяется на российский рынок. На слайде представлены некоторые фотографии из номеров, да, то есть есть у нас и Connected Rooms, которые могут становиться семейными, есть номера с балконом и есть номера, оборудованные для лиц с ограниченными возможностями. Удобства, то есть это у нас беспроводной доступ в интернет, многоканальный телевизор, есть все для чая, кофе, то есть фен, мини-бар, электронный сейф, халаты, тапочки, ванная и душ в каждом номере, два телефона в номере и ванной комнате, частная сауна и паровая баня есть у нас в королевском люксе отдельно и номера для некурящих. Что касается услуг, то есть это 24 часа in-room dining, трансфер из аэропорта, услуги няни по предварительной договоренности, да, стойка консьержа, услуги прачечной, химчистки за дополнительную плату, помещение для совещаний и конференций, женский салон красоты, который вот буквально недавно был открыт, свой цветочный бутик. Есть также у нас организатор свадеб и мероприятий на месте.
завтраки у нас по системе шведский стол, да, обед и ужин всегда зависит от количества гостей, то есть если мало гостей, то сет-меню, если много, то, соответственно, шведский стол, но даже когда сет-меню сервируется все для гостей, то все равно есть у нас шведский стол, на котором представлены салаты и десерты и закуски. Вот. Соответственно, а горячее уже заказывают гости по сет-меню. И вот ресторан, который представлен, то есть имеет естественное освещение, именно в нем подаются на завтраки по системе, да, шведский стол, и название, оно вообще отображает географические координаты расположения знаменитого дерева жизни, о котором говорил мой коллега Богдан. Следующий у нас есть еще такой вот кафетерий, да, где можно насладиться вкусным кофе и десертами. Еще одно место находится у нас в лаунж-зоне на 15 этаже, рядом с бассейном. И Irish Pub, то есть здесь у нас мы как бы такой комфорт-фуд подают, да, алкогольные напитки, по пятницам проходят также бранчи, то есть это такой расширенный шведский стол, где представлен безлимитный алкоголь, и, как правило, все это проходит по сопровождению живой музыки и за доп-плату бранча у нас, да, то есть $60 за человека. В Мёрфи также есть боулинг с двумя дорожками, два бильярдных стола, дарт и другие настольные игры. Кроме того, если мы говорим про удобство, то это у нас свой фитнес-центр, да, тренажерный зал, и отдельный тренажерный зал также есть для женщин, сауна, паровая баня, горячая и холодная джакузи с раздевалками, детская игровая площадка, спа-салон, бассейн на крыше, в бассейне регулируется, да, температура в зависимости, то есть если это прям очень жарко будет, то температура будет такая прохладненькая, вот, и представительский лаунж, представлены фотографии тренажерного зала. И салон красоты, да, про который я уже говорила, совсем недавно был у нас открыт, и преимущество его в том, что все мастера маникюра и педикюра, они русскоговорящие, то есть вот такая фишка. Кроме того, у нас групп «Идеальное место» не только для отдыха, но и для бизнеса, и предлагается 8 помещений под мероприятия, в том числе под свадьбы. Вместимость от 10 до 650 человек, и из наших конференц-залов на 4-м этаже открывается захватывающий вид на пристань Амбадж. Все конференц-залы настраиваются, и каждое помещение полностью оборудовано по последнему слову техники. Некоторые из них представлены на слайде. И что важно сказать, что для гостей отеля у нас бесплатный доступ на пляж Салимар, то есть вообще вход на пляж Салимар от 15 динар в будни, 25 динар в выходные и 75 динар – это для одиноких мужчин, но вот для тех, кто проживает в нашем отеле Грув, вход будет абсолютно бесплатный, да. Также нужно предупредить, что по средам пока что у нас Ladies Day, то есть в Салимаре, и мужчин мы возим в другой отель на пляж. Вот представлены фотографии. У меня еще были видео, но я не знаю, получится ли у меня запустить про Салимаре. Наверное, нет. Анастасия, чтобы запустить видео, вам точно так же надо будет его открыть в отдельно, уйти из этой демонстрации и зайти на демонстрацию видео. Так, секундочку. Угу. Если вы хотите включить. Угу. Сейчас я вот про наш отель. Вам видно? Да. Нет? Да, идет видео, только единственное, что здесь звук, может, попробуйте включить звук. Так, звук включен у меня. Да, просто... Нажмите, пожалуйста, play, послушаем. Оно не всегда идет параллельно два звука, поэтому... Да, звука у нас нет. Можете комментировать. У нас потому что идет звук либо от компьютера, да, там, либо от видео. Не у всех оно воспроизводится. В принципе, здесь просто музыка, тут ничего не говорят. Просто для вас виды, да, посмотреть. Это сейчас проходит демонстрация именно нашего отеля. И следующее два видео я покажу еще, чтобы у вас сложилось впечатление именно по нашему пляжному клубу, который принадлежит нашей компании, по Салимару. Вот.
В принципе, отель великолепный, я сама в нем жила и осталась под большим впечатлением. Так, переходим к следующему. Секундочку. Видно, да, у вас? Да, все видно. Это уже Салимар у нас. Чтобы у вас сложилось какое-то впечатление. Сулеймар вообще считается таким тоже самым тусовочным местом Бахрейна. По выходным здесь выступают у нас диджеи, причем мирового уровня. Мы их приглашаем даже не только из Бахрейна, но и из Дубая приезжают, и из других европейских стран. Поэтому это действительно тоже стоит вашего внимания. Так, я, в принципе, закончила, и мы с Богданом про все рассказали, что хотели. Поэтому, если у вас какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Спасибо вам большое. У нас на вопросы Богдан практически все ответил. Я, наверное, просто зачитаю. Вы можете убрать, да, ну, потом презентацию, демонстрацию закрыть, да. Соответственно, вопросы, вопросы. Мне понравился аэропорт. Такой спокойный, уютный, классная детская зона. Это я озвучиваю для того, чтобы тоже люди в записи на YouTube это тоже послушали. Богдан, есть ли информация, будет ли Королевство Бахрейн вновь открывать офисы по туризму в других странах? Ну, это Слух такая... знаю, планируется, но не могу сказать точно. Тут, конечно, На не я. данный момент у нас только в Индии. На данный момент у нас Индия, да. Вот, ну и офисы мы пока не знаем, но то, что представитель, это я, если что, Да. здесь. Ну, в целом, да, страна небольшая, и на самом деле очень мало у каких стран есть офисы по туризму прям по всему миру, да. Наверное, на основных рынках, но в Бахрейне я так понимаю, что основные рынки – это соседи, поэтому, да, открывать в соседних странах офисы по туризму немножко даже не всегда оправдано. Вот. То есть пока не будет большого потока, да, когда нет большого потока, то все-таки это такая не массовое направление с точки зрения, например, туризма из СНГ, да, это уникальные такие отели, уникальная история, вот, для рынка СНГ, поэтому, когда будет более или менее поток, тогда уже, конечно, будут рассматривать открытие офиса по туризму, потому что содержать такую историю, друзья мои, это дорого, прям дорого. Вот, я к вам тоже выйду, чтобы тоже меня видели. Так, перелет в Бахрейн с пересадками или есть прямые? Ну, соответственно, Гульфэйр, национальный перевозчик, конечно, есть прямые рейсы, и у нас на сайте все это есть, все подгружено, туры Да. ГДС в Бахрейн, все есть. Можно я добавлю, что Да, конечно. Gulfair меняет сейчас перелеты каждый день у нас из Москвы, и также из Манамы тоже каждый день в Москву прямые перелеты. А вот есть в салоне бизнес-класс, эконом-класс, горячее питание предоставляется лететь примерно 6 часов. А прилив-отлив какое время года? Я зачитываю, Богдан, ваш ответ, да, что каждый день определенное количество часов. А можете подсказать, от чего зависит и насколько он существенный? Ну, то есть, насколько сильно уходит вода, например? Смотрите, касаемо для гостей отеля, то есть в отеле это абсолютно никак не чувствуется, потому что каждый отель, он сделан такой небольшой лагункой. Вот, что касается острова Джарада, например, то все зависит от луны. То есть если полнолуние, то отливы, соответственно, и приливы больше. Если там новолуние, то меньше. Обычно этот остров раскрывается буквально там на 3-4 часа. И то есть наши экскурсии, они специально так вот по времени настроены, они каждый день меняются в зависимости от прилива, чтобы туристы себе застали именно вот этот вот процесс раскрытия острова или наоборот убытия его. Да. Ой, правда, Здорово. простите. Простите. Так, по поводу долларов, да, это важное правило, потому что практически во всех странах сейчас есть такое, даже не 2006, а не старше 2009 и даже 2013, да. Вот как Богдан и написал, да, в Бахрейне тоже принимают доллары не старше 2013 года, то есть это совершенно, это такие прям свежие купюры на самом деле. Да, Могу я новая... задать вопрос быстренько? То, Да. что
По прилету, так как нужно оплачивать визу именно в динарах, в бахрейнской валюте, соответственно, доллары там принимают любые. То есть у нас не было никаких таких проблем, связанных с туристами. Но уже на территории Бахрейна, в обменных пунктах, чаще всего, либо там, допустим, в магазинах, в торговом центре, принимают именно от 2013 года. Вот, то есть тут, в принципе, нужно к этому отнестись посерьезнее. Тут есть, конечно, обменники, где можно поменять, но это где-то надо найти, то есть только определенная сеть, ну и так далее. То есть чисто Да. это комплект. Ну, на самом деле, да, так во многих направлениях, и это настоящий квест. Я даже знаю, что есть форумы, где пишут, в каких обменниках есть вообще доллары. Есть форум для туристов, и где доллары можно взять, так, где можно купить. А, есть какой-то у вас телеграм-канал про Бахрейн, видимо, имеется в виду, да, про, может, экскурсионные программы какие-то или что-то такое, что можно посмотреть, список, видимо. Ну, у нас на сайте есть все ваши программы точно, вот. Да, я вам, видимо, высылала, насколько я помню, Да, файл. у нас есть. Мы всем Вот. поделимся. Плюс у нас есть большой раздел, вот так как Бахрейн – это наше направление. Последнее из того, что мы открыли, это как раз Бахрейн. И, соответственно, у него свеженькая совершенно страница на нашем сайте resortholiday.com. А, как называется отель? Да, ну вот про офисы по туризму, ориентир на Саудию. Наверное, все у нас с вопросами закончено. Я бы хотела, знаете, как вот попросить, а кто едет в Бахрейн, вот именно какие туристы, для какого отдыха, вот что, зачем ехать? То есть помимо экскурсионной программы, помимо жемчуга, вот, зачем Ну, едут именно в в основном Бахрейн? Бахрейн, конечно же, это пляжный отдых, то есть, а все остальное это уже как дополнение, это экскурсионка и шопинг, но превосходный, конечно же, пляжный отдых, и я думаю, дальше представители отелей будут рассказывать, и вы увидите, что очень много пляжных отелей со своими пляжами, и много где есть и свои виллы, то есть не только основные, да, главные здания отелей, и, да, прекрасно, ну и Формула-1, конечно же. А А, и появился плюс, вопрос. да, прошу прощения, плюс то, что мы еще совместить отдых Бахрейн плюс Саудовская Аравия и посмотреть, в принципе, как еще и саудиты отдыхают в Бахрейне, потому что больше нигде вы этого не увидите. Вот. Ну, правильно ли я понимаю? Я сама пока не была, но пока готовилась и много читала, и мы тоже писали как раз про все, и про Шелковый путь, и про все тоже мы писали, когда открывали направление. И сколько я слышу, у меня были друзья, кто ездил, и они говорят, что там прям замечательно можно потусить. То есть прям Да, тусовки. бич-клабы, клубы, да. Я видела, и это не просто Да-да. такие тусовки, я говорю то, что они отличаются, вы больше нигде в мире не увидите, ну, потому что саудиты, представляете, они живут по законам шариата, а тут они как бы выезжают из своей страны, и совсем другое у них, другое поведение, и, ну, этого действительно нигде больше такого не встретите и не найдете, то есть И такая вот плюс, изюминка. как я понимаю, мы сейчас, конечно, будем слушать отели, это отдельная, да, история, но видела очень много различных европейских брендов, на самом деле, и бич-клабы, и сами клубы, рестораны, Конечно, то есть да. тот Потому же что у Киприани. нас очень много экспатов, да, как я говорила ранее, часть из них, это половина экспатов, это европейцы, и они, конечно же, в свое время открыли свои и рестораны, и свои бич-клабы, и даже отели, поэтому, ну, по культуре будет комфортно, то есть там не совсем прямо все ислам, то есть больше европеизированная страна. И еще у меня есть такой вопрос про страну. А, на чем зарабатывает? Вот что первое? Понятно, нефть, да? То есть это все-таки у нас нефть. А что, на чем еще зарабатывается? Я вижу, что Богдан много говорил про то, насколько сейчас развивают как раз вот эти ремесленные, да, всякие истории. То есть что-то такое. Вот на чем еще зарабатывают? Вряд ли, не знаю, туризм, например, это занимает какую-то строчку хит-парада или нет? Но 60% экономики еще, конечно, в энергоресурсах. То есть это нефть и газ. Также Бахрейн ставит, немногие знают об этом в России, то что Бахрейн – это офшорная зона. Поэтому здесь на территории страны находится порядка 150 банков. Многие открывают здесь свой бизнес, то есть так как очень комфортные налоговые условия. Вот, поэтому это тоже достаточно большая статья на доходы. Плюс это туризм. Собственно, Формула-1 в 2004 году была открыта именно для того, чтобы увеличить, скажем так, узнаваемость Бахрейна. Узнаваемость, да, страны. Королевские автогонки, естественно, это все знают, что такое королевские То есть автогонки. туризм прям входит, да? Да. Хорошо.
Исторические и тусовки, это тоже, конечно, немаловажно. Ну и пляж. Ну, в общем, такой симбиоз всего-всего-всего в одном месте, в небольшом Такой месте. европейский, европеизированный Восток, так можно сказать, да, с историей, культурой. Очень светское Да. государство с комфортным дресс-кодом, многокультурность, многорелигиозность, даже есть синагога в арабской стране, скажем так, учитывая, знаете, политическую ситуацию. Да. Есть исторические соборы, Папа Римский приезжал 1,5 года назад, поэтому тут комфортно всем. Всем комфортно, всем получается, да. И такой тогда вопрос, вдруг вы знаете на что-то вот про местных жителей, да, вы живете вот в Бахрейне, как устроена, например, система образования, как дети учатся в школах, в университетах, я думаю, что там наверняка открыты многие филиалы, там, не знаю, вузов США, Великобритании, что-то такое, да, то есть на каких языках говорят люди, то есть понимают ли они, например, английский язык? Еще как английский понимают, потому что процентов 99,9 говорит на английском языке. Даже во многом арабы между собой говорят на английском языке. То есть вот у меня, например, живя здесь, нет такой мотивации учить арабский язык, так как все говорят Все на английском языке. понятно, да? Вот английский тут без проблем. И, ну, и русские, и индусы, и пакистанцы, и арабы, и филиппинцы, и американцы все на английском языке тут говорят. То есть проблем никаких нет. Что касается образования, да, действительно, здесь есть и государственные школы. Есть они делятся там на, только для мальчиков, только для девочек, есть совместные школы. Также и британские школы, очень популярные, в принципе, на Востоке. И вот, поэтому с образованием проблем нет. Вот, есть они... Также филиалы, ну, больших университетов европейских, американских, также и И госуниверситеты, скажем. тогда вот учитывая, что уровень жизни в Бахрейне, ну и как в соседних государствах достаточно высокий, да, есть ли, так скажем, насколько большая вот прослойка людей там ниже уровня среднего, да, то есть более бедных людей, наверное, вот так вот хочется спросить, потому что это зависит как раз от безопасности страны, да, и все остальное. Вот как это привязать немножко, насколько безопасен Бахрейн с точки зрения там воровства? Понятно, что это мусульманская страна, да, там в целом, что, ну, условно, да, с точки зрения преступности, воровства там и так далее. Насколько плотно населен город, то есть вот такого плана? Ну, в рейтинге безопасности, недавно обновленном в этом году, Бахрейн занял 11 место. В целом, безопасное. Нам с Бывает, что... нашего сотого далеко до вас, конечно. В общем, бывает 140 какой-то мы заняли. это действительно так, но машины, в общем, не закрывают периодически, то есть не глушат даже. То есть я тут смело могу оставить ноутбук в ресторане, в кафешке, выйти куда-то до машины, я знаю, что никто ничего не тронет. Что касается прогулок там ночное время или там одиноким девушкам, тоже есть такой стереотип, что опасно, никаких проблем нету, даже в каком-нибудь консервативном районе, то есть тут всегда, ну, скажем так, место сильно не поможет, но вот здесь очень отзывчивое. То есть если сравнивать, скажем так, допустим, с Арабскими Эмиратами, где, условно говоря, арабов встретить очень сложно именно эмираться, то здесь эмират Бахрейн с каждой второй, и все они такие простые, в общем, помогут, расскажут, наверное, больше, чем даже я, как экскурсионный гид. То есть они тут такие приятные ребята. Местные, да. А у вас, например, есть друзья, коллеги, которые вот реально давно живут в Бахрейне, прям практически там полжизни и так далее. Вот какое-то такое. Насколько сложно с ними вступить в дружбу там какой-то, не знаю, вот вы как житель. Вам вообще Если легко в целом ассимилироваться там? Мы не собираемся переезжать, не думайте, нас тут 120 человек, мы нас заполним весь Бахрейн, но тем не менее. вот, если вопрос идет относительно русскоговорящих, которые проживают в Бахрейне, да, есть опыт, но, конечно, не такой небольшой, как 20 лет, но там лет по 7, по 8, да, живут, все комфортно. И не Даже хотят завтра... уезжать. Ну, конечно, все считают, если королевство, то девушка королева, соответственно, мужчина король, все по-королевски, жизнь королевская. Ну вот, но нет, тут все очень комфортно. Даже я вот здесь живу уже больше 1,5 лет, могу сказать, что действительно максимально комфортно. То есть все те ограничения, которые есть, допустим, ну, как бы в стереотипе в арабских странах, я их просто не чувствую. То есть так как мой образ жизни в России не сильно отличается от Бахрейна, поэтому мне здесь, собственно, и Да. комфортно.
В принципе, всегда туристам об этом и говорю, и рекомендую, то, что никаких ограничений, даже проще в некоторых местах тут все. Вот. Ну, Ну и давайте закончим. Такой вот у меня есть вопрос, как раз у нас осталось время на то, чтобы спросить, вот что привезти из Бахрейна? Вот мы едем в Бахрейн, мы, конечно, люди, которые едут с деньгами, чтобы потратить их на что-то, что будет дорого сердцу напоминать о Бахрейне дома у себя здесь. Вот что привезти, что вкусного, что там может, не знаю, золото, жемчуг, бриллианты. Ну, бриллианты, наверное, совсем, конечно, но мы бы их отовсюду привозили, но тем не менее. Что Да, привезти? это действительно один из самых частых вопросов туристов в наших экскурсиях. В принципе, с удовольствием, конечно, на него отвечу. Вообще, так как это арабская страна, арабские страны совсем рядышком друг с другом, поэтому не сильно и культурно они отличаются друг от друга. Но, тем не менее, Бахрейн, как я говорил, что, в частности, город Мухаррак был островом жемчуга. Соответственно, жемчуг, так как есть он натуральный жемчуг, мода возвращается уже на натуральный жемчуг, это не как азиатские страны искусственно выращенные, но цена, она, наверное, все-таки кусается, то есть от 750 долларов за ювелирное какое-либо украшение, будь то сережки, С колечко, натуральным ожерелье, жемчугом, да? натуральный жемчуг. Его, конечно, сложно именно в природе найти, потому что тут славится жемчуг, тип жемчуга, который называется Дана. Он вылавливается на глубине порядка 10 метров, и чтобы создать Ого. какое-то украшение, нужно подобрать и по размеру, и по форме, и по цвету. Конечно, поэтому цена такая высокая. Но если мы не говорим о такой высокой сумме, то я, конечно, рекомендую всегда финики. Финики, в принципе, уже, наверное, в Москве продаются на каждом углу. Их более 40 видов, тут на вкус и цвет, но также, в частности, они в разном, скажем так, консистенции. Есть такие консервированные, Да, есть да, свежие, да. есть вяленые. Вот. И именно в Бахрейне производят финиковый сироп. И что интересно, его производили еще с 14 века до нашей эры, до, в принципе, наших дней практически одним и тем же способом. Вот. И финиковый сироп очень классный всегда. То есть лучший сувенир тот, который будет использоваться, наверное. В Да. магните дело, он висеть Я будет, но... использую вместо сахара, да, на самом Вот. деле. Финиковый сироп как топпинг использовать, то есть Да. можно, не знаю, в кофе, в блинчике, кто-то мне предлагает в алкоголь добавлять, ну, в общем, для наших туристов. В общем, А куда какой, как. а есть какой-нибудь жемчуг для нищих, так назовем? Может быть, какой-то искусственно будет? Если только самим ловить, то, конечно, самим ловить сейчас не получится в плане каких-либо экскурсионных программ, это запрещено. Но если так нелегально где-нибудь поплавать, то можно идти, но в каждой 150 примерно находится какой-нибудь маленький-маленький жемчуг, можно найти, конечно. Вот, но опять же, все-таки Бахрейн запрещен ввоз искусственно выращенного жемчуга для коммерческих А изделий, сами не поэтому... выращивают, никаких ферм нету по выращиванию именно жемчуга, нету, да? То есть такого нету. Это мы. Портит Да, традиции, да, да. да. Просто я, ну, я сравниваю, потому что были в разных странах, где жемчуг добывается, например, там на том же Пхукете, я думаю, что половина, да, половина здесь присутствующих были и знают, что есть вот этот жемчуг. Он там совсем недорогой, да, там он условно там 30-40 долларов стоит, но это искусственно выращенный жемчуг, то есть конкретно. Вот, Не то есть коммерческий, к такого сожалению. нету. Хорошо. Вот. А, не знаю, что-то из украшений серебро, золото, что-то такое есть, чтобы вот не 750 долларов. Не, все это, конечно, есть, но преимущественно арабы любят, конечно, такое желтое золото, такое прям Такой насыщенное. Да-да-да. цепи Поэтому у нас сейчас... 90-х, вот это да. Да, у нас сейчас, в принципе, ну, насколько я знаю, в России, ну, в странах СНГ, в Европе, там мода такой на белое золото, на розовое золото. Поэтому тут, наверное, не совсем, наверное, корректно рекомендовать такое золото. Да. Понятно. Вот. Но Если золото мы... хорошего качества, да, если уж мы говорим про это золото хорошего качества. Тут я, конечно, не эксперт, но в целом, да. То есть очень много ювелирных магазинов, именно не таких, как на рынке, а именно таких брендовых. Вот, есть, конечно, магазин Cartier. Сюда, кстати, Cartier, Джесс Cartier приезжал в начале золотого века для того, чтобы жемчуг Да, забирать да, да. своих изделий. Вот, то есть, в принципе, выбор действительно большой. А есть какой-то символ? У Бахрейна какой-то вот символ, что-то вот такое, символ, например, там на футболках, что печатают, еще что-то, какой-то символ Бахрейна, так Ну, скажем. это, наверное, как аналог Дубая, Бурдж-Халифа. Вот тут, как я уже упомянул, Всемирный торговый Да. центр, который с ветрогенераторами в виде парусов, он, наверное, является символом, самым узнаваемым, наверное, зданием в Да. Бахрейне. Вот именно для туристов. Тут, конечно, все-таки, наверное, это жемчужный путь.
Можно также и Формула-1, но нет такого-то объекта, прям, который прям Который выделяется. один и сразу, да, это, ну, наверное, жемчуг, да, действительно, я тоже думаю, что это жемчуг, да. Жемчуг, Всемирный торговый центр. Сокол, Такое вот интересное да. здание. Вот, еще я быстренько продолжу, касаемо, что можно Да, приобрести в давайте. Бахрейне. Это еще арабские сладости. В Бахрейне производят интересную сладость, которая называется хальва. Это как халва, только с мягким знаком. Это как бы желе с орешками. Тут орехи выращиваются, арахис, фисташки. Это в целом недорогие на рынке. Вот, и все это производится на воде, настоянной на лепестках розы. То есть вообще такой симбиоз всего-всего. Вот, очень вкусно, подается это теплым. Звучит немножко странно, сладость теплое желе, но очень вкусно. Всегда, конечно, рекомендую попробовать. Ну и, соответственно, других арабских сладостей здесь, конечно, очень много, и в том числе и из Ирана, и из Сирии, и из Арабских Эмиратов, эти самые финики в шоколаде, все это тоже есть. В общем, в этом плане выбор большой. Вот. Специи. А ну, специи, да, конечно, их-то Тоже, большой да, выбор. конечно, как Ну, конечно, во да. многом пришло в арабскую культуру из индийских стран, ну, из Индии, так, ну, на пути торговли слов все это проходило. Вот, поэтому во многом и арабская кухня, она тоже с Индии, но с нотками такой вот арабской кухни, скажем так. Это национальное блюдо, это у них вообще это рис. Вот, и, понятное дело, рис в арабских странах не выращивается, привозится с Индии. Но тут вот национальное блюдо, это называется бирьяни, то есть это рис с картошкой внутри, мясо спрятано внутри, то есть говядина. Кстати, очень много рыб. Вот, так как все-таки вокруг залив, ну Да, вот, да, да. Сибаса. Вот. Выглядит очень все необычно и вкусно. И самое главное, для нас не остро. Вот. Да, это очень важно, согласна вообще. Вот. Спасибо вам Так что... огромное. Богдан, потрясающе интересно говорит о Бахрейне. Очень ждала. Мои туристы вчера гуляли по Мбанаме. Довольные. Да? Очень приятно. Вот. Так, потом еще что было? Богдан с такой теплотой говорит про страну. Это ценно. Очень безопасно и спокойно. Мои туристы были перенасыщены ОАЭ и Оманом. Вернулись очень довольными из Бахрейна. Видите, то есть все равно тройка-то держится, да? ОАЭ, Оман, Бахрейн. Спасибо вам огромное. Спасибо, Анастасия. Спасибо, Богдан. Я желаю нам огромных продаж на самом деле, да? В рамках Бахрейна, понятно, но огромных продаж. Пусть отели всегда будут заполнены, да, на 90 90-100%. Желаю вам, как правильно сказать, прекрасной погоды, хорошего сезона, да, и чтобы все у нас было хорошо. Всем больших продаж. Я Всем сейчас выключу большое. запись. Сейчас, одну секунду.